Сандейст, ошеломленный солнцем. Эта композиция посвящена ощущению безмятежного, абсолютного блаженства. Бен Горхам сделал его со своим другом, легендарным фотографом, которого зовут Крейг МакДин. В рекламной кампании этого аромата снялась дочка Крейга МакДина. Точнее, не то, что снялась, а Крейг МакДин выбрал свою любимую фотографию своей дочери. И она как раз стала отражением этого аромата. А аромат сделан как прогулка по океанскому побережью Калифорнии, где находится недалеко от Беверли-Хиллз легендарный пляж Венис Бич. Тот самый, где легко можно встретить звезду, не просто встретить, а даже переступать через их загорелые тела. Но все это шутки, а на самом деле аромат Сандейст представляет из себя парфюмерную фантазию, некий микс между чистотой и свежестью аромата Бланш и гурманским пьянящим ощущением от аромата Балдафрик. Поэтому словно бокал ледяного шампанского на раскаленном песке Тихоокеанского пляжа в Калифорнии. Именно так звучит «Ошеломленный солнцем» от Бена Горхама.